Друзья мои, мы готовы играть очередную игру на Fast Cup 52-56. И это игра между Anonymous Gaming и Reunion Gaming OLGS. Reunion Gaming. Вот так вот. Anonymous Gaming и Reunion Gaming. Ну, просто одни гейминги у нас. Wanna make you cry! Хочет заставить плакать Reunion Gaming, поэтому банит он первым баном Дума. И правильно делает, потому что Дум это чертова имба. Точно так же, как и Ликан, которого банит Офи Ди. Офи Ди. Кого же ты еще хочешь забанить? Кстати, у него первый пик, то есть он может забрать тебе инвокер. Там, кстати, Эмбер Спирта я сегодня не видел и вообще вчера, по-моему, тоже не видел. Давайте как-то, может, попробуйте пикнуть Эмбер Спирта. Я видел джиггернаутов большое количество вчера и сегодня, но все эти джиггернауты меня как бы не очень радовали, потому что, ну, плохие были джиггернауты на самом деле. И я играю гораздо лучше, честно вам скажу. Меня пора брать уже какую-то профессиональную команду. Я шучу, конечно, мне уже давно не стоит играть в профессиональных командах. Так, кстати, панда. Брюмастер, точнее, что ж, ну, похож он на панду. И Shadow Shaman. Ну, все четенько, смотрите. Shadow Shaman, супер. И Тинкером сразу же отвечают. Почему бы и нет? Тинкер и кто? Так, подождите, Тинкер. Аппарат можно... Можно Рубена попробовать взять, можно взять... Ну вот в прошлой игре у AG была проблема, у них не было танков. Но они затащили игру за счет спыла, за счет скилла. Вот. Как-то не очень хорошо против них играли оппоненты, там ганги были не очень удачные. Точнее, один только был удачный, остальные были такие просто. В никуда. И Шейкер, да. Вот, кстати, Шейкер тоже был вроде бы в прошлой игре. Или не был. Ну, неважно, Шейкер хорош. Хорош Шейкер. Вот сейчас думает Офи Ди, что же ему делать с этим Шейкером и Тинкером. Но они попробовать могут набрать какой-то пуш тоже какого-то, например, Пугну взять, чтобы, типа, ну, Пугна все-таки быстрее будет пушить товара, чем Тинкер, потому что Тинкер дэмэдж товарам, ну, наносит такой себе. То есть только ручка может пробивать тавер. Машинки, они как бы тавер особо не грызут. А вот Пугна очень даже может тавер своим незербластом окучивать. 5 секунд остается основного времени и пошло дополнительно. Одну секунду в прошлый раз использовал, вот сейчас уже больше Офи. Так, дружище Офи, ну что, смотрите, Shadow Shaman, что ж под Shadow Shaman-то? Ну вот, понимаете, этот Shadow Shaman, он такой первым пиком, он говорит сразу же о том, что все может быть. Можно и сейф лейн, да, стоять с Shadow Shaman, можно как-то пушить, можно на лейт заикаться. Можно роамить, ну то есть просто целая куча применений, и вот аппараты все-таки забирают не анонимусы, а забирают реюнионы. Ну хорошо, тогда еще можно Фуриона попробовать взять. Правда, аппараты Фурион на International финале не выиграли ни одной игры. Вот это может о чем-то и говорит. Но пока у нас баны, так, хорошо. Ну, реюнионы, они что? Они, в принципе, могут банить, продолжать банить керри, потому что Дума они уже забанили, а керри там еще не выбран. То есть еще 3 пика у анонимусов и керри у них нет. То же самое, но, видите, они... А что? Подождите, а зачем же инвокера они забанили? То есть Тинкер... А, решили, что... Ну, теоретически такая могла быть ситуация. Тинкер, во-первых, мог пойти в сложную, там, эншентов стакать, если что. Либо же он мог пойти в легкую. То есть, может быть, что-то знали по этому поводу, но... Я не уверен до конца. А анонимусы, в свою очередь, банят Миранку. Так, Anonymous Gaming. Вот сейчас я себе тоже запишу, чтобы не забывать. AG против... Я свернусь на секундочку, друзья. У вас там картинка зависит. Ну, ничего страшного. Она просто... Просто так зависла. Это не проблема. Так. OLGS, вот правильно называется команда Reunion. OLGS. Так, ну то, чтобы я просто себе помечаю, чтобы мне потом было легче вводы делать. Так, Вивер. Вивер и Вряскинг. Ну ок, такие сильные баны, вы знаете. Вивер такой неприятный, просто такой противный ужас. А при отсутствии Дума он просто вообще заноза. Во всех местах, не только в том. Во всех, просто во всех. А, да, 2 секунды остается. И вот наконец-то дополнительное время пошло для команды Anonymous Gaming аж на третьем пике.
4 бана и 2 пика они без дополнительного времени обходились. Ну и сейчас понадобилось подумать, вон на Make You Cry. Хочет он увидеть слезы на глазах парней из команды OLGS. Но для этого ему надо очень сильно постараться. Вот я бы зомби взял бы. Слушайте, я так люблю зомби сейчас в последнее время. Просто зомби. Вот. Ну, почему люблю? Потому что игры зомби — это игры сражения. А, это Enigma, ой-ой-ой. Это игры сражения. То есть зомби такой персонаж, который вот именно дерется. Не который типа пушит, как Фуриона Тинкера, а который дерется. Ему все равно не драться под товарами, за товарами, в товарах, на товарах. Вот он ставит тамбу, да, он, точнее, набрасывает дикей, стоит на линии, набрасывает дикей, дикей, дикей. Бриз, кстати, хорошая штука. А потом начинает драться. И вот его уже не остановить, особенно если в хороших руках этот, собственно, зомби. Ну и ему помогает, например, какая-нибудь Crystal Maiden с пугной или с котлом. Вот это да, это просто неубиваемая штука. Вайпером берут, ну, типа против Бриста, чтобы как-то его... Ну, Вайпер на самом деле слишком уж Бриста кайтить не может, потому что у Бриста тоже есть замедление, понимаете? Тоже Брист может там этим своим ядом плеваться. А вот. Ну, правда, Вайпер там сильнее, конечно, замедляет, потому что у него все спылы замедляют, просто абсолютно все, ну вот, разве что, кроме вот этого второго Незертоксина. А остальные, Corrosive Skin, там, Ultimate Viper Strike и Poison Attack, а они все замедляют. У этого только один, но они стакаются. Базовое замедление передвижения 20%. Ну и плюс замедление за каждый эффект. Ох, Сларк! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну вы знаете, вот против Энигмы все-таки, ну неплохо брать Джиггернаута. Потому что Джиггернаут или... Ну да, Джиггернаута, потому что он забивает Black Hole и Enigma в любом случае, даже в БКБ. Но вы скажете, что да, Enigma и другой, может быть, какой-нибудь игрок, который, точнее, персонаж, который владеет башем, может сбить это самое БКБ. Но чтобы, собственно, баш ей отпустить, то надо прям к ней подойти. Джиггернаут может с расстояния этот баш сделать. То есть он может прыгнуть, да, ультом, и первым ударом все время всегда будет микростан. И это гарантированный микростан. То есть у остальных героев, вот, ну, что, у них же не гарантированный этот, во-первых, да, микростан. Там, например, какой-нибудь тот же Сларк, если Башер соберет, да, и то он может запрыгнуть и попасть. Ой-ой-ой, сразу же отвечает, что штормом, Драксир, шторм, слушайте, круто как. Как круто. Ну, короче, вот я к тому, что... Ну, так, или, может быть, не Джаггернаут, но какой-то герой, которого вот 100% сбивает Enigma и Black Hole в БКБ. Вот так вот. Как-то так. Как-то так. А остальные герои, ну, они просто баш у них, может, и пройдет. Но, во-первых, надо подождать, пока он пройдет. Он же не факт, что он пройдет этот баш, да. Не факт, что сразу. И еще и подойти надо. Такой Сларк красненький, лягушонок. Тут такая на нем какая-то паладинская броня, вот судя по шлему. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, такое. Ладно. Итак, что? Команда OLGS в составе Люси на Сларке, в составе Офиди на Шторме, в составе Мистер Смита на Шэдоу Шамане, в составе Фиджета на Парыжне и в составе Ашем, или это просто без A читается, как давайте посмотрим, Шемление, Ощемление, просто Щемление, и в составе Щемления на Бристе вышли на свои лайны. И у них трипл ми пока что, ну, скорее всего, просто саппорты идут ставить варды. Идут. А здесь уже втроем Эйджи. Поджидают. Ну, Эйджи, видите, Тоша играет на Шейкере, Дэдпул на Вайпере. На Энигме играет Why Live Like That. Фан кап у нас получается. Ну, фан так фан. Тлен на Дарксире. Шикарная от него была игра на Бэтрайдере. Я вот ожидаю такой же на Дарксире. Его на Make You Cry, на Тинкере. Но, смотрите, что касается Дарксира, я вот немножко умею на этом герое играть. Во-первых, вы должны вот здесь вот ожидать крипов, чтобы сразу здесь их блокировать. Как можно ближе, чтобы линия фронта проходила вот где-то здесь, чтобы она была. И на Дарксире надо играть агрессивно. То есть надо играть через два щитка. То есть вы должны пушить лайн. Вы должны пушить лайн, вот заставлять героя противника вот здесь вот находиться под линией, добивать там как-то. И в какой-то момент, когда у вас щиток там второго или третьего левела достигнет, чтобы у вас уже был вот этот вот щиток и Soul Ring и ТП. И вы потом просто бросаете щиток на крипов, которые на линии здесь, заходите вот сюда за тавер, вот так вот далеко заходите сюда.
даже не сюда, а можно вот сюда даже заходить, вот сюда заходить, вот сюда. Здесь вы жжете крипов, убиваете их и так и продолжаете стоять. И если вас гангают, у вас есть щит, у вас есть ТП-шечка. И вы порталом возвращаетесь прямо вот сюда. Все прекрасно, все спокойно. Ну вот, а тут Сларку-то на самом деле, ну, есть чем зацепить, но дэмэджа там внести особо там нечем, да. Так, первая монетка пошла Дарксиру. В центре у нас встретился Тинкер против Офиди. И Тинкер такой лазер. Лазер. Ну, пока лазер мало бьет. Правда, это хоть это и чистый урон, но все равно 80 это не так уж и много. Энигма, понятно, свои леса фармит. Тоша здесь пытался сделать стак. И, я так понимаю, он его сделал. Дабл стак сейчас будет отводить. Так. Ну, и тут все крипы, конечно, погибнут. Эти три такие суровые, вот эти вот вули-убийцы. Они просто, смотрите, вот раз, фокусят еще, хорошо фокусят, просто видите, три удара и крипа нет. Тут, смотрите, еще раз и все, и линия уже отпущена назад. Так, сколько щитков, Дарксир? Один щиток. Ну, еще и задунали, не повезло, да, не повезло. Отгоняет, фиджет пытается отгонять, но видите, вот так вот и будет дынаить. Вот когда вы через один щиток играете, то очень большая вероятность, что просто будет дынаить ваших крипов. И... точнее, ну, своих крипов дынать, и более того, вы не будете не просто за них золото получать, вы еще и опыта не будете получать, поэтому надо через два щитка играть, через два, обязательно, через два щитка. Ну, и вот так вот далеко отходить не стоит, но Soul Ring все-таки может быть первым стоит. Ну, ладно, там посмотрим, может быть, все-таки в какой-то степени сейчас Телену виднее, что там, как. Оставим его там наедине пока с этими двумя, потому что здесь Смит вот постоянно находится с Офи, чтобы того, ну, никто не пришел гангать. Но, а кто здесь может прийти вот реально гангать? Шейкер или Энигма? Вот это. Ну, реально никто. Поэтому мне кажется, что должен какие-то... А, это просто стаки он делает? Нет, не делает стаки. Тогда странно, почему находится здесь мистер Смит. Пусть идет... Да, вот пингу здесь Апарейшн. Зайди, дружище, вот так вот в спину ему сюда. Вот сюда зайди. Попробую шейкл взять. Там шейкл, понимаете, и если шейкл еще и после шейкла там по таймингу паунч даст, чтобы зацепить радиус привязки на 3,5 секунды, понимаете, то он не уйдет, конечно, Дарксир никуда, и так и делает. Так и делает, так и делает мистер Смит и Дарксир, Дарксир, тлен, хорошо, есть, держит шейкл, шейкл, надо прыгать, цеплять, 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 цеплять! Ну что ж ты не цепляешь-то, Дарксир, замерз, ой, замерз, Дарксир! И... First Blood для Сларка. Слушайте, какой же он просто нервы у него. Насколько они в порядке у Люси, у этой. Я бы просто паунч бы дал. Я бы дал. А он просто так уверенно просто взял и забрал Дарксира. Тинкер чуть не погиб в центре, но чуть не погиб и Шторм, который бежит пешочком на фонтан, а Тинкер вот не бежит. А почему? Он не бежит, потому что к нему курьер летит. Вот так вот. Ну и руна вот, возможно, появится в каком-то месте, в котором, собственно, Тинкеру она будет доступна. Но она ему будет доступна только наверху, вот тут вот. Потому что там есть, во-первых, его саппорт, во-вторых, у него есть там вижен. А внизу, честно говоря, будет опасно идти ее подбирать. Ну и 2 секунды, 1 секунда, шейкер, не повезло. Но не расстраивается наш бравый Wanna Make You Cry и отправляет иллюзию шейкера Днайт руну. Но на самом деле... А, ну да, видите, почему... Нет, иллюзию шейкера не отправили на эти руну, она исчезла. Дарксир опять замерз. Да, что ты будешь делать? Энигма убила Бриста. Так как так? Как так, Энигма? Что ты сделала? Как ты убила Бриста? Тем более, еще и без ультимейта. Ну, бывает такое, конечно. Так, вот два щитка, но один щиток бесполезный, потому что Дарксир далековато там стоит. Ну, здесь... А почему варды не поставил себе Дарксир? Или просто убили? Ну, там вроде бы не было варда. Вроде бы не было. Так, ну сейчас опять будет то же самое. Дарксир видит мистер Смита. И опа, 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 Дарксир. Так, вот уже сейчас тут привязочка. Дарксир, бежать. Ну надо сейчас ускоряться, ускоряться, ускоряйся, Дарксир. Ай-яй-яй, да он же забрал Сларка. Ха-ха! Красавчик. Забрал Сларка. Вот так вот, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой, ну размялся один в один, молодец, Дарксир, это мне нравится, Тинкер там еще и шторма забрал, да, что-то как-то он не быстро играет, слишком быстро играют, ребята. И Шейкер, ну, Бриста 4-го левела, понимаете, а вот Дарксир уже 6-го,
Поэтому, несмотря на две смерти Дарксира, у него как минимум один фраг есть. И, ну, гораздо лучше он стоит на линии, на самом деле. Вот так получилось почему-то. Ну, тут, значит, просто гораздо лучше стоят саппорты у команды AEG. Потому что, ну, совсем, видите, Брист очень-очень сильно терпит. Более того, у него на один только Брист убачен. И тут, ну, наконец-то он сейчас вздохнет спокойно. Потому что аж целых 4, даже 5 крипов и телега идут к нему. А тут просто Дэдпул его не отпускает. И загоняет аж туда, так далеко, под Т почти 2 тавер. Но, пятый левел получил, пятый левел. И более того, сейчас еще новые крипы придут, еще 4 крипочки. Тут даже, наверное, и шестой можно будет получить. Я бы так сказал, 2 на 3. Кстати, еще шестая минута у нас идет. Такой вот тоже каламбур получился. 2 на 3 счет, шестая минута идет. Тут Шторм пытался быть агрессивным, но у него нет шестого. А Энигма, Блэкхол, ну, в одного, но хороший качественный Блэкхол, Офи отсюда не уходит. Более того, Энигма не просто качественный Блэкхол, она еще и дала вот эту вот страшную штуку, которая, вот давайте посмотрим, как называется. Называется она Midnight Pulse. Midnight Pulse. 4 урона... 4% хп в секунду от максимального здоровья. Это немало. Немало, учитывая, что 4 секунды действует Black Hole. А тут вот 7% он может делать, да? То есть все плохо. Так, кстати, тут за Бристом погоня. Надо отдавать фиссура. Хорошая фиссура. Еще и ультимейт. И щемление. Защемили щемление. Вот так вот. Ну, бывает такое иногда. А тут опять пытаются защемить Дарксира. Так, ну смотри, третий раз происходит то же самое. А Сларк же сейчас опять отдаст, это стяжечка дал Дарксира опять! Да что это такое, Сларк? Ты ж только что так же умирал, точно так же. Погонится, ускоряется, да, за мистер Смитом. У того нет дизейбла. Нет дизейбла, есть дизейбла. Назад. Цепляет! Зацепил Бристлбэк стремление, но поздновато. Так, надо ускоряться и ускоряется, да. Все. Хотя, может быть и нет, там уже 3 стака, Дарксир стяжечку надо давать, стяжечку, а, стики прожал, ой-ой-ой, стяжечку-то дал, что же делает этот тлен? Ну просто красавчик, тут осталось 15 хп, здоровье, он бы мог, в принципе, еще и забрать его, если был бы там какой-то сурдж или что-то такое. Вот он, Дарксир, понимаете, Дарксир моей мечты, прям как я. Я такой же хороший Дарксир. Так, Вайпер с барабанчиком, Вайпер... Барабан. А кто тогда? А ну, Дарксир будет или Энигма Мекку собирать? Энигма собирает Мекку. Ну вот, мне нравятся вайперы, которые без Мекки. Потому что они могут сосредоточиться на каком-то дамаге. Так, вот опять Шэдоу Шаман. А, Тинкера на этот раз убили. Ну окей. Ну, в три лица, в три товарища забирали. Кстати, Руна, вот тоже бы ее забрать. Ну а Дарксира просто все оставили уже в покое. Поняли же, лучше просто к нему не подходить. А что ж такое, Люси, откуда у тебя постоянно так мало хп? А, ну это же щитки Дарксира, да. А, представляете, нужный крип побежал за Люси. Нужный крип, посмотрите, 100 хп, 70 хп осталось, 70 хп. Почему здесь не Дарксира? Где? Зевс ульт, все, давай ульт, я не знаю. Зевс, Фурион. Нет, шестого. И Тлен думает, придумывает план, как бы ему забрать Люси. Но уже никак, вот был бы он там на линии, не уходил бы он оттуда, забрал бы. Да, опасно, конечно, опасно, очень опасно. Щиток на крипа и съел тангусик, побежал дальше. Так вот, Люси пришел. И так, а у нас наверху, посмотрите, сейчас будет замедлять. Хорошо, Дэдпул есть, сопелька. 4 секунды до Блэкхола, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда, 0, есть Блэкхол, Тоша тоже замедлен. Так, ультимейт влетает аппарата, хорошо, двоих, надо Блэкхол, Блэкхол, не, Энигма Хекс, по четверым может дать! Ну, не дает Энигма, хорошо, а тут пока отрезали двоих, хорошо, Энигма ускорился, потому что барабаны прожал, но Энигма так и не дала Блэкхолу, это, конечно, печаль, беда, он сейчас в одного отдавать Блэкхол, ну, это просто смех. Так, ну, а по-другому не убьет. По-другому не убьет. Тычка. А, или не убьет, или убьет. Нет, все, там уже не работает. Вайпер, кстати, аппарат забрал. Ну, меня просто интересовало, Мелифайсом ли Энигма заберет. Ну, долго думала Энигма, надо было Блэкхол давать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Офи! Вот так вот. Офи, что ж ты отдаешься-то, дружище? 3 на 8 уже счет. Ну, пока.
AG выглядят на две головы сильнее. И одна из них это вот голова Дарксира, который просто тут Сларка уничтожил. Первый раз его забрали, я думал, что и второй раз как бы его заберут там. Но почему-то оказалось, что щиток сильнее все-таки, чем то, что было у Сларка. То количество ХП, скажем так. Так, а тут опять погоня, но на этот раз за Энигмой. У Энигмы, ну, на Black Hole, считайте, есть, потому что Soul Ring. Но номинально нет. Так, я на секундочку свернусь, проверю, что там у нас на стриме. Все вроде бы нормально. Все нормально, и тут что-то мне в чате пишут. Так, ладно, жалеются там, когда на команду, что опять Свайдом проиграли. Ну, ребят, что поделаешь, Свайдом проигрывать нельзя. Надо под Вайда пикать Вич-доктора и Лича и выигрывать игры. Ага, а здесь, смотрите, отрезана команда. Тут двое на реке у ОЛДЖС, и вот сейчас их будут принимать. Ну, заходит же слоу граунда на хай-граунд, ну, посмотрите, защемление, то есть защемили опять его. Понимаете? Ну как, ну это же, ну как, ну ребята, ну во-первых, тут есть команда, которая знает, что здесь есть игроки. И опять эту же самую ошибку делает Дофи, как же тут дважды, говорят, два, нельзя вступить два раза в одну и ту же реку. Ну вот только что вступили, понимаете, и не в реку, а что ж такое-то, ну. Вы заходите с лоу граунда снизу наверх, у вас вижена нет, то, что находится здесь, вы не видите. А вот ребята, которые стоят здесь, они вас видят, видят вас прекрасно и ждут вот здесь вот вас, такие два типа. Ждут. А вы типа заходите на свою собственную смерть. Ну нельзя так делать. Ну что это за детские ошибки? Был бы вард у вас вот в этой части, тогда бы можно было хотя бы заходить. Был бы у вас вижен. Ну так, ну вардаш нет. Ну и вот смотрите, 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 смотрите. Стяжечка, стяжечка. Хорошо, прыгает, прыгает. Но его же там видно-то. Дарксир, ну сейчас если ускорится. Ай, бабах! Минус. Минус. Тоша говорит, я таких сларков на завтрак, на обед. И на ужин. И я ими не кушаю, я ими закусываю. Да, ну и Enigma еще Black Hole. Ну, в одного тот не считается. Я жду Black Hole там хотя бы в пятерых. Хотя бы в пятерых, понимаете? Вот такие вот у меня ожидания. Black Hole в пятерых, минимум в пятерых, то есть. А подожди, а максимум это как? Это когда еще и медведя. То есть если был лон друид, то чтобы еще и медведь засосало. Ух, так, Тинкер. Ну, смотрите, Тинкер-то уже... А что, кстати, у него есть? А, 1000 дней. Кстати, 13 минута. Тут Шторм в панике улетает. Ой-ой, просто графики ужасны. Ужасные графики. Тут, наверное, сейчас еще больше будут, потому что там разобрали по артефактам. Вот, собственно, три хороших артефакта. У Дарксира тоже какая-то мека. Ну, видимо, это пайп, скорее всего, тут держит. Дэдпула сразу же с ФТП, хорошо влетел. Офин, маны мало, хорошо, есть что, обминает пульс. И Black Hole, по два, по троим, Black Hole, по троим, ай-яй-яй-яй, минус два, минус три. Вот такая вот Энигма, а господин Дэдпул is alive, он жив. Тут еще щемление, понимаете, мог бы погибнуть. Ну, Энигме, видите, все-таки чуть-чуть увеличили радиус Black Hole, и это уже круто. И уже она может в троих просто каждый раз давать Black Hole. Ну вот, ждали мы хорошего Black Hole, и мы получили хороший Black Hole. Согласитесь, он был, ну, хороший. Он хороший был, Энигма зашла пешочком в троих, четенько дала Black Hole. So fun, GG. Ну, после такого Black Hole в троих, GG. Ну, опять 15 минут игры, понимаете. Новые ньюби вот сейчас, AG, понимаете, новые ньюби. А, ну что, мы тогда ждем, получается, пока трон упадет. Как-то мы быстро играем слишком. А потом у нас паузы по часу, я так не хочу. GG, ну что, мы поздравляем команду AG с победой. Не отключайтесь, не переключайтесь, оставайтесь с нами.